В жилых домах Бобруйска стартовал отопительный сезон. Градус будет повышаться на протяжении 3 дней. В течение 10 суток после включения всех потребителей организации, обслуживающие системы отопления, будут проверять работу оборудования и первичную его регулировку. В случае отсутствия тепла на все вопросы ответят в ЖРЭУ Ленинского и Первомайского районов. В городе пройдет смотр-конкурс молодежных инициатив. Проявить свой креатив и сделать родной Бобруйск лучше может каждый. Прием заявок стартует 21 октября и продлится по 31 января. Состязание проводится по следующим сферам: патриотизм и общество, моя страна, моя Беларусь, патриотический медиаконтент в интернете, брендинг города, ландшафт, архитектура, творчество, спорт. В Бобруйске обсудили возможность международного сотрудничества. На Фандоке состоялась встреча генерального директора с представителем крупной индийской компании. В ходе переговоров стороны наметили план действий в области поставок продукции деревообработки на зарубежный рынок. Осенняя ярмарка проходит в Бобруйске с 11 по 15 октября. Она расположилась на открытой площадке перед Дворцом искусств по адресу улица Ульяновская, 35/31. Приобрести можно продукты питания, одежду, обувь, товары для дома, саженцы плодовых деревьев и кустарников, изделия ремесленников и мастеров. Время работы с 10 до 7 ежедневно. В отделе ЗАГСа поделились самыми популярными детскими именами. Мужские в Бобруйске в этом году — Михаил, Алексей и Артем. В тренде также Марк, а вот имя Александр сдает позиции. Из необычных — Берт, Вильям, Марсель. В топе у девочек — Софья, София, Ева, Алиса. Оригинально детей решили назвать родители Мишель, Айны, Ариэлы и Адель. Есть и грустная статистика. В городе в 2024-м нет ни одной Натальи, Татьяны и Любови. Но еще родились 5 Вер и 2 Надежды.